have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Dishonored. И мы с вами сейчас будем вытаскивать Скледжева, насколько я понял. Какая тут приятная ванна тебя ожидала, а, чувак? Согласись? Блин, она собиралась варить из него суп. Так, мне вот эту штуку, открывающий рычаг. То есть я его сейчас не убью, если я, сука, эту дерну, да? Ну, я надеюсь, ты не будешь на меня нападать, я же на твоей стороне. Want to know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Смешно, смешно. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. Так, ну он мне дал дофига денег, но с другой стороны, я же говорю, что второй раз мы оказываем услугу Скледжеву. Мы про него много чего читали и всякое такое, да, он бандит, да, он все дела, но, знаете, это как раз тот случай, когда из двух зол выбирают меньше. Так, дренажная труба. Руна там далеко внизу. Гори, сволочь. Ага, мне туда, я понял. Сейчас я тут все немножко осмотрю. Эй, тут есть алтарь. Здравствуйте. You find your way into such interesting places. А ты думал? At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other, crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress, you had him in the palm of your hand. Да, хорошо. You let him walk away? Да. You fascinate me. Круто. Кстати, насчет Дауда и императрицы и всего, что здесь происходит, у меня появился некий вопрос. Корво Атано, это Bottle Street Boys, кстати. Ребята из Bottle Street. Это королевский защитник. То есть, по сути, его главная и единственная должность это защищать... Ну, императорский, королевский, неважно. Он должен был защищать королеву, императрицу. Это была его единственная обязанность. Кого фига? Он... Это то, что я спрашивал с самой первой серии. Почему он должен был разъезжать по всей стране в поисках исцеления, ну, нахождение лекарства от чумы и всякое такое. Это же вообще не его забота, он личный телохранитель. Это вот крайне странно, что это так происходит. Блин, я думал, что я это читать буду, а это деньги. Кстати, насчет денег, когда они мне могут вообще понадобиться еще? А, вот, так-то, амулеты я еще новые не видел, да. Прокачка, у меня 3 из 4, вот этот последний, если я подберу, будет хорошо. Цели. Вот, у меня 2400 монет. Вернуться к воротам, в катакомбы. Пробраться в паб. Пьеро будет вообще на моей... Вряд ли он будет на моей стороне. Он же тоже заносчивый урод, как и эти. Черт, ну это далеко. Все, я поплыл отсюда. Я сейчас такой головой об камень. И все. В этой канализации его больше никто никогда не найдет. Ворота катак. Тут же эти плеваки, да, что ли? 62 метра, 31 метр.
Давайте без плевак, пожалуйста. Это вот этот чувак, да, я вернулся. 6. Такое ощущение, что они где-то за стеной. Сейчас посмотрим. Черт, он застрелился. Я слышу тут плакальщиков, или мне кажется? Да, слышу. Вон там где-то руны должны быть. Зелится, почему бы нет? Пяточку. Давно мы что-то не нажимали пяточку, пора бы уже было. По ним тоже стреляют. Не попадают нифига. Но стреляют. Мухи, 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 фу. А, ты на меня блеванула? Тогда что здесь? Типа я мог пройти сюда, а зачем? Я пока сердцем похожу, я боюсь упустить... Ой, это я поем. У нас же чумной город, как я жареную крыску давно уже не ел, надо... Руна где-то здесь под полом. Надо зайти. Все. Все 5 рун собраны. Это не... Не вытаскивается. Отлично. Остался... Ой, гранатка. Гранатка тоже не могу взять. Остался один амулет, который я бы хотел подобрать. Так выходит. Он тут тоже недалеко. Кстати, вот эта механика с заброской трупов к крысам. Нет, как туда проникнуть? Неужели через здесь? Она мне только вот вначале пригодилась один раз, и все. После этого... Может, просто я не пользовался, а может, просто реально не надо было. Я не знаю. Блин, она меня убьет. Успокойся. Да-да-да. Ага. Куда мне надо? Мне туда. Выход из катакомб. Все, я понял. А как мне туда? А как мне туда попасть? Стоп. Это все, конечно, круто. Меня убили. А как я туда попадаю? Если бы можно было эти растения убивать, было бы тоже хорошо. Отвратительное место. Я же не могу их убивать, да? Вон там второе. Мне что, по трупам туда наверх? Я по трубам вроде... А, могу. Да, значит, успокойся.
получается, был единственный способ, как сюда попадать. Угу, спасибо. Это, ну, как бы они хотели меня запутать, и это получилось. Один раз я там подох. Так что все логично. Здравствуйте. Blood from the eyes. Кровь из глаз. Хм. The outsider walking. Чужак ходит среди нас. Все вот эти вот фразочки, да. Выход из катакомб. Давайте его. Дверь в паб Пёсья яма. Круто. Прям вот напрямую дошли. Так, все руны, да, минус 2 костяных амулета, уж да, извините, тут было еще 2 картины Соколова. Ладно, пофиг. Монет половину собрали, то есть там реально было дофига чего, или я где-то какую-то локу пропустил, или... Причем мне казалось, что я ходил внимательно и хорошо, и все равно... Ладно, ладно, хорошо. На любую клавишу. Привет! Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. Havelock called us into the yard, but I wasn't feeling well. I just watched from the attic. The Admiral brought his cutlass. He stuck Wallace through the eye with it. Then he did Lydia. Callista he shot in the back with his pistol. Emily saw it all. Havelock kept yelling something about the things he'd done and how no one could ever know. Pendleton wouldn't even look anyone in the face. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Короче, основные два мудака это Хевлок и Пендельтон, те, которых, те, которые... Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Хевлок и Пендельтон. Два ущербных урода, которые мне не нравились с самого начала. Целебный эликсир Соколова. Да, да хорош за мной ходить, да, я выйду. Они там. Найти Эмили и улики. А, улики. I don't think the Admiral actually knew I existed. Так, Хевлок. Грязный ты ублюдок. Так, Эмили. Насчет Эмили мне пофиг, она главный персонаж, с ней ничего не случится. I hear they had to hide the Caldwell girl. Да? А откуда у вас появились столбои? Вы не офигели? Criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us right now. No, no. That crazy mask on. Creeping closer and closer, ever closer until. Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen. He could never stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were, the other night. What was I supposed to do, stand there and get hit by rocks? They were just kids. They were a gang. I hope Lord Regent Havelock sends the tall boys in to level the place. It's gonna be a new era. Having a 10-year-old on the throne isn't gonna cure the plague. High Overseer Martin says it will. He says we were cursed when the Empress died by Corvo's black magic, and the rats are never gonna leave until we had a real Caldwell back. He says the outsider follows Corvo. There's some curse on this city, that's for sure. So
Надо было хоть раз воспользоваться этим. Ух ты ж. With sad hearts, the City Watch must announce the death of the Lord Regent, Hiram Burrows. May his spirit fade from this world and suffer no more. Толбой тут? Хэллока надо убить. Это утверждение не вызывает никаких сомнений. Так, чувак там наверху. Толбой тут, да? Да. Не очень хорошо. Я сейчас подожду, пока он уйдет. Я хочу того чувака наверху вырубить. Адмирал. Тебе кажется. Как вы узнали, что я здесь? Что происходит? Я на самом деле не понял. Я на крыше. Меня никто не видит. Он здесь, смотрите. Какого фига? Так, что у нас там появилось? Сбежав из затопленного квартала, вернулись... Ну, это я все знаю, да. Я знаю, спасибо. Давайте сохраняшку. Антон Соколов был здесь против его воли какое-то время. Мы не можем определить, что случилось с ним. I'll bet my commission he's in that building with Piero Joplin. Mm-hmm. If so, arrest him. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful, the place may be booby-trapped, and I want him alive. Mm-hmm. Спасти Пьеро и Соколова. The servants were all executed shortly before we arrived. Looks like a naval cutlass and a small board. Nice. Corvo ran amok. Turn this building inside out. And it should goes we gather for whiskey and cigars tonight? Indeed, I believe so. And stay vigilant. Corvo's the most dangerous man in the Empire, and he has nowhere else to go. Never thought he'd bother us again. I guess he holds a grudge. Вы разойдетесь сегодня или где? Спасибо. Супер. Мы узнали про Соколова.
Давай, фароглазый, отходи. Ну, на мой взгляд, начать зачищать отсюда более логично. Это верхний этаж. И, ну, кстати, здесь я, по-моему, могу уже и к Эмили пройти. Я не буду читать это письмо. Чуваки там снизу. Я хочу сначала с ними разобраться. Я не знаю, что я буду с толпоями делать. С другой стороны, они только на улице. Давайте. Тут сейчас нужно осторожно. Я хочу тут внутри со всеми поразбираться. Это они с крысами разбираются, да? Еще улики найти надо. Someone supposed... Нажал же F, блин, чтоб нести. Ну ты серьезно? Давай, валяй отсюда. Хорошо. Этих придурочков мы еще всех повырубаем по-быстренькому. Тут я не вижу статьи Пьеро и Соколова. Отнести чертеж Пьеро. А, это чертеж был, круто. Темное зрение настолько хорошо, что я даже не понимаю, что и где я подобрал, и что куда мне нести. Так, а это, кстати, та комната, да, с которой я начинал, окей. Давайте я вот этого чувака сейчас душану. Что-то он душный. Ну, ты же сюда не пойдешь? Не пойдешь, молодец. Здравствуйте, баги. Да ударь ты его! Ну ты безголовый вообще, чувак. Опять же, меня подставила вот эта фигня, когда ты подходишь сзади к человеку, нажимаешь душить его, а вместо того, чтобы душить, у тебя срабатывает блок. Спасибо, блин. Вот теперь его как флексит. Как бы мне пофиг то, что он нашел труп и все дела. Это меня не особо интересует. Хевлок. А, это Пьеро. Хевлок тут. Угу. Капитан Мэннинг, мы выследили заговорщиков в пабе Пёсе Яма. Опишите помещение, найдите ученых Пьеро, Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к улучшенному разрядному столбу.
над которым они работают. Как следует их допросить, а когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб не вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но они предатели, они вступили в заговор с Корвой и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдуин на маяке... мы там уже были, ладно. Острова Кингспэрроу до тех пор, пока Корва и другие заговорщики не будут покончены. С ними, пока не будет покончен лорд регент Хевлок. Лорд, блин, твою за ногу, регент. Еще один. Ну. Ты там откуда взялся? Я ж тут всех перебил уже. Ты за... Вот тут есть еще кто-то. Но это на улице, скорее всего. Так я ж тоже знаю, что ты здесь. Да сдохни ты уже! У меня вот после вот таких вот... Куда он делся? Оу. Ха-ха. Где ты? Я сам тебя найду. Откуда вы беретесь, твари? Это толбой в меня начал стрелять? Что, блин? Откуда вы взялись тут все? О, это, кстати, та самая ванна. Откуда, блин? Вот берешь такой, проходишь себе по стелсу. Берешь, проходишь по стелсу. Начинается заварушка. Бах, прибегает 100-500 людей, которых ты, в принципе, раньше в глаза не видел. Вот этот вот. Откуда ты берешься? До свидания. Они что, просто спаунятся? Ага, спасибо. Где у меня там гренки-то? Но мне придется... Я не могу сейчас сохраниться, да? While preparations are made for the glorious ascension of Emily Caldwin the First, any disruption to public order will be treated as a threat to our sovereign. Thank you, and may this joyous day live in our memories forever. Минус один. Окей. На самом деле пистолет стреляет довольно далеко. Оу! Да прекрати! Блин. О-о-о! Уйди! У меня хилки закончились, серьезно? Это было прикольно сейчас. Я точно не пойму, каким образом им наносить урон, потому что... Блин, там же он мне не засейвился, да, он мне... О, здравствуйте. When I find you, it's going to be bad. До свидания. Так! Ты не офигел быть таким живучим? Как он два дротика пережил, никто мне не подскажет. Так, короче, то, что я понял. Я не хочу вступать в прямое столкновение с толбоями. Окей, это понятно.
Как это сделать? Это они сейчас на кого психуют? Черт. Я вот сюда планирую на карниз сейчас. Давайте F5. Стоп, сейчас F5 работает, да. Я хочу сюда на карниз. Ой, тут где-то руна есть. Да. Давайте, вот здесь более безопасное место. Я сейчас тут сохранюсь. Блин, а я мог изнутри сюда попасть, да? Хорошо. Прям подо мной где-то руна. Я что-то даже не мог подумать, что где-то руна будет. Окей. Мне нужно попасть внутрь. Сюда можно... Пройди, пожалуйста. Из моей комнаты есть, да? Куда он пропал? Сюда он пропал. Да, тут можно выйти было просто из моей комнаты и перейти на эту крышу. Да. Ты все знаешь, чувак. Я тебе не спорю. Хорошо, учтем, что здесь есть руна. Ай, блин, что я делаю? Я мог там просто время заморозить. Я что-то опять тупанул. Я забываю, что у меня есть эта возможность. Угу. Вот и руна, кстати. А там спорят два ученых карася. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you about the elixir. Yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic Sokovo? Good to see that you still breathe. Привет, ребят. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes. Слушайте, звучит круто. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Mm-hmm. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. Okay. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I... Так, вот чертежи. Astonishing! А, это чертеж как раз тот, который я подобрал. With this device we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious. Вот это уже говорил, да, спасибо, Соколов. What is your opinion, Corvo? Усыпить или сжечь. А Толбоев это тоже усыпит? Ай, блин. Честно, я бы сказал сжечь, но я сейчас думаю, насколько это испортит мне концовку. Я думаю, она уже и так безвозвратно утеряна. Я и так перебил уже слишком дофига народу. Ай, к черту, усыпляй. As you wish, Corvo, we will be far away before any of them regain their senses. Это та штука на крыше, которая, да? Угу. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Там наверху вроде есть. When this arc pylon is charged, no one will dare come near us.
Дай бак. А, кстати, книги-то поисчезали все. Гнездо зарядного столба на улице. А что у меня с Пьеро? Погодите, почему оно у меня подсвечивается? Дополнительно, обезрядить всю стражу, принести бак с ворованью к разрядному столбу, пробраться в мастерскую через балкон со стороны реки и поговорить с Пьеро и Соколовым. Вот зачем тут эта штука, да? Куда его подсоединять? А. Держите. Он говорил, кстати, нас ты не тронет, да? It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Круто. А, получается, мы сделали все эти допы, да? Которые у нас были. Так, насчет прокачки. Что я там хотел качать, кстати? Жадную стаю? Или порыв ветра? Порыв ветра у нас открывает двери, да? Ураган ветер способный выбивать двери и убивать врагов, швыряя их на стены. Или крысы. Еще больше крыс. Давайте я, наверное, ураган сделаю, потому что он может выбивать двери. Возможно, мне это где-то понадобится. Я уже один раз с этим столкнулся. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Well, Corvo, I hope we can be considered colleagues again. You were condemned, I was kidnapped. Men like us rise above such things. As to the good admiral, I believe men such as Havelock start with high-minded intentions. Same with Martin, and maybe even Pendleton. Не-не-не, для Пендельтона у меня есть отдельный котел в аду, и для Хевлока тоже. Так. Ладно, теперь давайте пойдем прочитаем записку от Эмили, которую она нам оставила, вроде как по основному квесту. А, и вот, кстати, наша мордашка милая выложена здесь. Так, Эмили. Корво! Помнишь, я говорила о рисунке, который нарисовал для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас. Надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Это самое главное, что сейчас должно быть. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Самуэль шепотом говорил Калисте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвала его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою старую башню. Адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется Маяк на острове Кингспарроу. Я бы не хотел, чтобы ты вернулся, прежде чем мы уедем. Эмили. Эмили! Так. Мы, по идее, все сделали. Столкновение с лоялистами. Ну, как бы все. Я сейчас их обберу всех. Твари. Вы особо твари. Хорошо, что я теперь должен-то сделать? Ой, блин. Калиста. Калиста, не волнуйся. Я думаю, для Эмили, как и для Даунвелла, еще не все потеряно. Не верю, что Коро погиб. Я поищу его на реке, а вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я оставил ее в башне Эмили. Я выжжу сигнал и сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта. И берегите себя. Вы понадобитесь Эмили, когда закончите. Так, ну их всех расстреляли.
Ключ от башни, круто. Любезный Уоллес, мы отправляемся в надежное место, откуда будет удобнее управлять процессом передачи власти. Тем более, что власть придет в наши руки. Проследи, чтобы мой аудиограф и лучшие вина были погружены на судно до заката. Этим вечером наши люди будут щедро вознаграждены за верную службу. Пендельтон. Вы ничего не нашли. Тут записка и был ключ. К Соколову, я так понимаю, уже не попаду. Там, где мы его раньше держали. Да, теперь даже дверь недоступна. Пули я у тебя заберу. Получается, там с той стороны еще... А я убить тебя могу? Да. Без сознания. То есть, там пишут... Не упустить никого из участников заговора. Некоторые из них все еще на свободе. Этих предателей следует убить на месте трупа. Отнесите в псарню. Но не трогайте, не обыскивайте их. Пьеро Джоплин пропал. Антон Соколов пропал. Лидия Бруклейн найдена мертвой. Так, Уоллес найден мертвым. Калиста найдена мертвой. Корво Атан считается мертвым. Но может оказаться живым. Убить на месте. Самюэль пропал. Убить на месте. По-доброму. Так, ты у нас без сознания, и по идее, где это говно тут ходило, вот. Зажигательные болты. Кстати, я ими, по-моему, так-то по-хорошему ни разу не пользовался, да? Так, теперь мне нужно пустить сигналку из башни Эмили. Которая здесь. Окей. Здесь у нас куча всего. Uncle Curnow, I hope you find this. I'm devastated. The girl I've been caring for is gone. Emily is here. Yes, that Emily. Daughter to the Empress. She's gone. They took her away in a boat this morning. I don't know where, and her hair hadn't been combed. I worry who will look after her. I didn't even get a chance to say goodbye. Ага. Ага. А вот, собственно, и наш красолицый союзник. Чувак, я тебя тоже подозревал, если что, но ты оказался более человечным, чем многие из них. Вернитесь с Эмилисом на берег башни. Ага. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We should start off soon. I've been feeling something in my bones, and if it's plague, well, I can't be counted on to drive this boat much longer. Забрали на остров Кенс, пора отправляемся. Да, пойдем. Чувак, ты чему подхватил? It's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Давай, поехали. Надеюсь, сейчас-то это уже последнее задание. Ну, то есть, один из одного. Монет тут вообще не было, руна была одна. Текущий хаос, да, хорошо, нафиг, нафиг хаос, я уже не знаю. The island is a bloody mess. Looks like they fought, maybe over Emily, just after they landed. I bet the admiral's got her locked up in the lighthouse somewhere. Ну, я ее найду. Hamilton's lost the first round, he's probably dug in someplace, doing his best to drink himself to death. I suspect it's Martin who's got the lighthouse under siege. Turned on each other at last. Ага, то есть Хевлок против Пендельтона все-таки пошел. Пендельтон is a coward. And you. I'm a little disappointed, Corvo. It's like you've gone out of your way to be brutal. It's been interesting traveling with you. But this is the last time you'll see me, sir. Да иди отсюда с такими суждениями. Я сделал все, чтобы быть жестоким. Офигеть. Половину. Вот точно половину, если не большую половину людей здесь, я не убивал. Я пытался вон их и душить, и всякое такое. В смысле, я сделал все, чтобы быть жестоким? Иди ты нафиг. То есть, давайте какой-нибудь баланс, а? По-человечески. Нет. Пули максимум. Вот. Я понимаю, то есть, должна быть какая-то середина. Ладно, когда ты проходишь чисто, вообще никого не убиваешь. И ладно, когда ты убиваешь абсолютно всех людей, кого ты видишь. А я играю посередине. Сейчас, например,
вот этих вот большинство охранников, сколько я, 2 или 3 охранника всего лишь зарезал, всех остальных я задушил, а потом мы их шоком прибили. Потом, я стараюсь, когда вот нет тревоги, я стараюсь их душить, и, ну, вот это на самом деле очень глупо сделано. Я вот вначале говорил, что я недоволен тем, как игра распоряжается вот этими ресурсами. Тут, кстати, последняя руна осталась. Наверное, последняя, я не знаю. Вот, и сейчас я тоже скажу, игра, иди ты нафиг с таким подходом. Постоянно, типа, упрекать игрока в том, что вот ты жестоко играешь, вот тут не надо было убивать. И даже если ты играешь 50-50, все равно игра тебя упрекает в том, что ты играешь жестоко вот через вот этого лодочника и через другие пути, когда постоянно у тебя в конце уровня уровень хаос высокий. Нафиг. Вот что я вам скажу. Так, ладно, что у меня по этим? Найти Пендельтона, найти Мартина. А Мартин у нас кто? Это вот тот... я забыл. Ха! Мартин, случайно, не тот капитан, которого мы спасли в начале... Черт! Мне надо было поговорить... я сейчас только вспомнил. Мне надо было поговорить с Пьеро насчет прокачки. И я с ним поговорил, отдал чертежи. Стоп, хотя я с ним потом второй раз разговаривал. Значит, я не мог потратить у него деньги. Вход со стороны... привет. Вход со стороны гавани, вход со стороны моря. У меня 8 дротиков. Вон там чуваки ходят. Нет, знаете, в чем прикол? Нафиг тогда. Потому что раз игра, ты, себя так ведешь, раз ты так поступаешь, я тут пытаюсь проходить все это по стелсу, пытаюсь проходить красиво, аккуратно, душить людей, все... И ты мне такая под конец говоришь, ты всех убиваешь, ты мудло, ты, короче, сделал максимально все, что мог, лишь бы всех поубивать. Тогда вот так. Тогда я сделаю все, чтобы всех поубивать. Последняя миссия будет офигеть какая кровавая. До этого я задумывался, пытался делать все по красоте, аккуратно, сейчас фиг. Все вот эти вот мудозвоны, которые сейчас защищают и Хэвлока, и Пендельтона, они все мудаки, короче, мне их не жалко, все. Вот, то есть, ну, раз у нас такой подход к игре, давайте такой подход к игре, чтобы на самом деле было так. Я вот сейчас буду таким Рэмбо. О! Я же тоже знаю, что ты somewhere around here. Че, тревогу подняли, да? Сожрите его тоже. Блин, у меня уже пуль максимум. Я буду их вот так вот хедшотами бить, потому что... Блин, на свет не хочу лезть. Буду их бить хедшотами, потому что в туловище они выдерживают очень большой урон. Так неинтересно. Могу ли я... Хочу ли я... Меня же эта штука шипанет, да? Так, кто-то там сверху ходит. Меня вот эта башня напрягает. Я боюсь, я сейчас пойду по ступенькам, она меня ударит. Вон там ходит чувак.
Я буду стелсить, но я буду убивать. Мне пофиг. Где у меня крысы? Он выстрелил и убил этого чувака, второго чувака загрызли крысы. В смысле, ты по мне сейчас стрелял или где? Я не понял. А, вон чувак, кстати. Он там только что был. Да ты серьезно? Чего они в меня стреляют там? Оу, там какая-то башня. Иди сюда. Иди сюда. Патронов у вас много. Не попал. Все, поговорили? Максимально кроваво. Пули я с вас соберу. Надо было в них баком с ворванью фигануть, короче. Совсем уже тварях. Обалдели. Рука чья-то. Позвольте подать вам руку. Максимально кроваво. Давайте пройдем максимально кроваво. Я не против. Мне нужно больше эликсиров. Опа, здравствуйте. А сюда можно было и так пройти, да? А мы сейчас посмотрим, может я туда и пойду. Вход со стороны гавани. Тут у нас скрытные проходы. Ну, у меня просто пуль была максимум. Чё бы. Я жалко очень много дротиков потратил. Дротики я бы подобрал на самом деле. Вон туда можно тоже пройти. Там, я уверен, тоже вон ходят люди, да. Буду я их убивать, не буду. Посмотрим, наверное, все-таки нет.
Тут кто-то ходит? Ходит. Хорошо. Иди сюда, говна кусок. Пули отдай. Лечиться я, наверное, пока что не буду. Схема устройства осталась. А, ну это я могу здесь использовать, да. Кто это сказал? А, сверху чувак, ладно. Нужен ключ от поста, блин, где я вам ключ-то возьму? Может, ты придешь и откроешь меня, а? Слушай, ты не сюда идешь случайно? Ну, я, видимо, не сюда. А у тебя, парниша, ключа не было, да? Не было, хорошо. Тут странный такой закоулочек. А, туда, а наверх? А что я получу, если я пойду наверх? Вроде никакого преимущества мне не будет. А, получается, я сюда пришел только подключать их, что ли? Я не могу здесь выйти? Серьезно? Круто. Это не то место, которое мне нужно. Ладно, пойдемте обратно. А, и в пяточку. Will you be leaving the city during the fugue feast this year? No, no, no. О. Да не видишь ты меня, не видишь, успокойся. None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo had killed the Empress. До свидания. Так, форт. Вы находитесь здесь, маяк, форт, Кингсперо, хорошо, супер. Это вот эта дверь, как раз, которую я не мог... Ну, одна из этих дверей, которую я не мог открыть. А туда я попадаю просто вот таким вот образом, да? То есть у меня все нормально. Let's see how you like this. You couldn't hit me if I was standing. Куда ты побежал? I'm gonna find you, whoever you are, and then I'll demonstrate your failings. All right, I won't forget you this way. There you are. Someone get over here. Блин, я не то использую. Вот что тут надо было использовать. Почему? Я же включил замедлялку. Так, ладно, я понял, что мне сейчас надо делать. Давайте, загрузите меня. Оно не работает так, как должно работать. Это печалька, ладно. Guard,
Так, F5. Why don't you come down and settle this man to man? The view is nice up here. Да прыгни, пожалуйста. До свидания, чувак. Я тебя спас, блин. Почему я не могу сейчас? Ох, их много набежало. Что за устройство смотрителя? А, это здесь, которое, я понял. Нафиг не хочешь сходить? Все, успокоились? Это вот эти чуваки с балалайкой. Все, я теперь только понял, почему у меня магия не работала. Эти чуваки с балалайкой не могут... Ну, они подходят, начинают крутить эту фигню, и у меня потом не работает магия. Не знаю, каким образом они это делают. Тварь. Я тебя спас, блин, что ты сделал? Ты не мог заступиться за меня, ты не мог по-человечески поступить. Скотина. Где? Иди сюда. Ассасин, да. Все, поговорили. Где? Иди сюда. Ты не офигел? Да ударь ты его! Все, со всеми поговорили. Хотите максимально кроваво? Будет вам максимально кроваво. Я не против. Надо полутаться. Режим берсерка включен. Надо еще Пендельтона убить. Да, короче, насчет Мартина я оказался прав. Это был вот этот офицер, которого мы вначале спасали. И эта тварина, в общем, оказалась с ними. Что очень печально. Out of order, кстати, не работает. Я мог это здесь... это все сделать. Да, короче, замедлялку времени. Я рад, что мы качнули. Получается очень прикольно. Врываешься, просто убиваешь, и они ничего не могут тебе сделать. Сколько человека? 3 можно убить. И они ничего не сделают. Ладно, давайте тогда, наверное, вот здесь, вот на вот этом месте, относительно безопасном, мы с вами эту серию закончим. Да, тут никуда нельзя пройти. Еще раз напишу. О, там еще люди. Ха-ха-ха. Прикольно. Вот здесь вот, ребят. Давайте я вот сейчас какой-нибудь уголочек хочу найти тихий, спокойный, чтобы меня никто не трогал. О, тут поверху можно все это было пройти. Ну да пофиг. Во, кстати, хорошее местечко. Патрончики, хилочка.
обзор, опять же, неплохой есть на всякие места. Давайте вот здесь вот мы с вами сейчас закончим. Вот. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Я уже не знаю, следующая серия будет последней или будет потом еще какое-то продолжение. Но пока что у нас на этом все. Так что спасибо. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.